Вновь доброго вам дня, друзья. После небольшого перерыва мы продолжаем. Мы продолжаем наше прохождение Сталкер. Зов Припяти. Сейчас у нас будет сделка возле лесничества. Давайте поговорим. Это, кажется, Спартак, да. Молодец, что пришел. Хотим подкрасок к бандюкам и узнать, о чем они говорят. Дальше видно. Не попадайся им на глаза! Попадаться не буду, все будет нормально, ребята. Главное, чтобы под мои гранаты только никто не попался потом. Но я знаю, как это бывает действовать. Давайте колобок. Что там показывает? Короче, артефактов малёха есть, так. Таких еще притаранить. 5 бандитов, 3 наёмных. А нам, короче, все, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ну, типа. В общем так, пацаны, что у долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. Ага, ну теперь все ясно. Валим их! Свои, блядь, где? Ох, блядь! Поэтому на фонарь вырубать. Блять, фейл! Фейл, пацаны, блин. Вот это кал. Я вообще мог, конечно, отсидеться, наверное. Давайте все, No Death Challenge, пацаны. Возвращаемся в игру. No Death Challenge, блядь. Не подставляться. Блять. Собачий. Спасибо, парень. Вот так не загнешься. Не за хвост собачий. Мужик, спасибо тебе огромное. Да, держи свою пушку. Все, пошли лутать, блин. Все лутаем, потому что, согласитесь, ребят, мы неплохую работу с вами проделали. Да, мы сдохли, к сожалению, это, ну, довольно тупо получилось. Но этот пистолет, кстати, хоть он и не уникальный, хорошо разваливает, ничего не скажу. Разваливает он совсем неплохо. Наших тоже, блин, немало погибло, судя по всему. Сколько? Трое всего осталось. Блять, как тебя-то убили? Вот это замес. Вот это замес, блин. Ну, вроде всех отбутал. Морган. Долго. То одного я спас, по сути. Ну как спас? Просто аптечку дал, но. Может быть. Ух, да, оружие в плохом состоянии.
иллюминатор взорвалось. Ну ладно. Что, Спартак? Спасибо, брат, получи за помощь, но основная награда будет ждать тебя у бармена. Я понял. Спасибо, ребят. Да, жаль, что столько погибло. Это, наверное, потому что мы ночью пошли, конечно, но... Бля, ну по-тупому слились, жалко. Ну, блин, я не знаю, если бы я с фонариком выключенным был, могло бы, не могло бы. Но пистолет мощь, кстати, я прям казал. Скорострельность хорошая. Нормально, вообще хорошо рвет. Это мы еще до уникального оружия не добрались. Ну, кроме орла. Ну, блин, пустынный орел мне не очень понравился, честно говоря. Я не думаю, что я собаку хоть одну так вот убил бы. Спокойно с ним. Так что с Волтером мы побегаем еще. Там УДП компакт будет. Еще пара пушек. Здравствуй! Как говорится, добро пожаловать! Я сорвал бандитам сделку с оружием. Спасибо за помощь. Я как вспомню беззаконные 90-е добычье с РПГ, так и вздрогну. Вот возьми, деньги не всем пригодятся. Ну да. Будет чушь у тебя. Ну, заходи. Опа! Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Вот этого бы... Ты заваливай! Братец. И трём. Ну, привет! Стоп! Музыкант из тебя. Так. Но вообще нам... Определенно надо бы. Не тот уже кабак пошел. Не тот. Неужто завязывает пора? Я тут вспомнил. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его. Что, какой бизнес учеными там предлагаешь? Сталости. Три штуки. Ну что, есть что-то новое? Спасибо, будем делить себе пополам. Скажите, а у вас кроме водки ничего нет? Каморгана мы не будем отдавать. Ну ты выдал. Не знаю, где хочешь, там ищи. Ну, нормальный пацан, конечно. 160. Вообще цены хорошие уже. О, есть результат. Эффективен против бронежилетов. Внимание! Выдаю шутку юмора. Решили как-то ученые провести полевые испытания. Но... Бывай, давай, давай еще. Давай, давай, не задерживайся. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит... Можно заказ будет забрать. Я думаю, что вот с этим инвентарем у нас она будет одно делиться. Так, это нам не понадобится. Так вот. Так вот сделаем. Побегаем с альпийцем. Не
Неси Новикова, окей. Несу. А вот такое вам как? Слушаю тебя. Чего заскучали, мужики? Как там твой заказ? Даже не знаю, что тебе сказать про заказ. А где это? И кто же так... Живы будем. Пересечемся. Ну, привет! Ну и что теперь делать? Найти артефакт Грави. Ну, давайте подождем поставки. Поспим немного. Я не собираюсь обычно скипать время таким образом, но я думаю, что здесь это вполне оправдано. Давайте вот хотя бы несколько часов. Слушаю тебя! Заказ вы... Эта штука называется «Марш». Принадлежал наемнику по кличке Волкодав. Компактная крупнокалиберная пушка с коротким ходом затвора и облегченной затворной частью. Видно, что прежний хозяин, хоть и редкая был сволочь, но оружие и толк знал. Говорят, любимой шуткой Волкодава было прострелить человеку все четыре конечности, пока тут падал и голову. Да. В общем, с тебя 2800. Боюсь, лучшие пистолеты, шарпотреб можно сейчас купить, окей? Что у нас еще есть? Штурмовое оружие ближнего боя. Снайперское оружие. Оружие для ближнего боя. Как долго ждать? За сутки бывает быстрее, окей? Марш это УДП компактный. Ну, привет. Я понял. Ну, хорошо. Хорошо, давайте сразу его. Это, чтобы работа спорилась? Отдачу стоило поставить, не уверен. Давайте отдачу снизим. Все, улучшили пистолет. А винтовку, я хотел... С винтовкой, кстати, какое у меня было дело? Я хотел либо Ною ее отдать, просто так, подарить. Потому что нам от него будет нужен артефакт компас. Постой, мы высадили Химеру, дело срочное. Краб еще не отошел, да и Данила. Эх, ну вдвоем-то на нее идти глупо. Ой, ты, мужик, что надо, Сорокову вот нашел. Ай да с нами. Как Сорокова. Я Сороку не находил еще. На Химеру поохотиться. С удовольствием. Как говорил Зверобой, на охоте охот только полдень. Вообще, слушай, Химера охотится ночью. А часам к трем заползает в логово и засыпает, так сказать, без задних ног. Только в это время на нее и надо нападать. Если будешь готов, подходи к трем ночи и выдвинься все группы. Мы в баре будем. Это не ко мне. Со старшим говоришь.
примерован с дробовиком. Прям боюсь, что вариантов мало. Поэтому все-таки вот это надо взять. Вот это надо пока убрать. Колбасы мне столько не надо. Блин, ну на Химеру как-то идти без пушки нормально, это довольно глупо, если честно. Вот, ну, вот этот... Давайте патроном пойдем нормально хотя бы. И вообще, к Сычу бы зайти броню купить. Да? Блять, куда все твои... Куда все твои штуки подевались-то? Меру с пистолетом я не пойду, сразу говорю. Так, что там за замес? Здравствуй, сталкер. А? Ну да, тут я тоже все поставил. Режим автоматического огня. Отдача, точность. Это не ко мне. Со старшим говори. Ты заваливай, перетрён. Я готов идти на охоту. Прям ночью подходи. Ну... Привет, брат! Блин. В 3 часа ночи. 3 часов ночи еще долго. Хотим ли мы в это время что поделать? Давайте сходим в эту аномалию, проверим, что там. А это что еще? Входить в них не стоит. Они тогда 2 раза успевают очень быстро укусить. Черт. Мать вашу. Здесь все как в реальной жизни, просто от готовности вашей зависит. Если готовы, так оно и нормально. Если не готовы, то просто порвут на куски. Чуть-чуть подтупил и все, до свидания. Че, там уже выброс был, что артефакта ни одного нету, или типа что уже якобы все собрали? Не, ничего нету. Беда. Ну, пошли к земснаряду, я просто не знаю, там артефакты вообще новые появляются или нет.
в оба! Да. Ну чё, ждём ещё ложков? Помянем шнуров свеженький. Ну типа привет! С бандитами, я так понимаю, у меня отношения, наоборот, ухудшились, судя по всему. Типа я слушаю. Поэтому бандитам мы больше ничего продавать не будем. Ну, что поделать, блин, что поделать. Зомбики. Факты есть. Факты-то есть. Слушаю тебя. Давай, послушай меня. Привет, брат! Или сдать артефакт просто ради бабок. Блин, наверное, сдадим пока артефакт. Потому что плюс 4 килограмма к весу это хорошо, но тут уже заказ. Поэтому. Ради заказа можно.
Последняя тварь. Блять. Мутантов больше стало, видите, вон кровосос начинает появляться. Интересно, с чем это связано? Как идет? Место безопасное. Так что оружие прячь. Ну, сда. Я выполнил заказ. 18, нормально. Какие артефакты нужны? Пузырь продать. С другой стороны, с одной стороны, мне бы, конечно, нужен пузырь и все остальные. С другой стороны, зачем? Можно продать. За 18. Давай глаз, я не знаю. Нужно за двое суток выполнить. Бабок куча, конечно, я прям вообще... Так и должно быть в этой игре. Давайте даже вот этот пистолет тоже возьмем с собой. Процедурному вопросу. Надо идти на Янов по-хорошему. Но мне хочется здесь все закончить. Что у нас здесь осталось? На Химеру поохотиться и все. Наверное, тогда уже закончим. У нас такое дело. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Ладно, пошли на Химеру, подождем. Заодно заказ заберем, все равно ещё дофига всего. Шустро нам нужно будет, поэтому броню хочу купить. Броник нужен. Нужен броник. Это пока не надо. Эти патроны пока тоже не нужны. Нужно аптечек взять. Патронов куча, пошли на Химеру. Я не знаю, наверное, после наш. Блин, ну Химера просто пронесет. Ее надо будет нормально убивать, потому что она просто пронесет. Тут с пистолетом не поуебываешься. Она здравствуй. Прыгнет и все. Не время, подходи к трем. Да хорошо, сейчас поспим, просто не пойдем туда.
Нету, блин, нету нифига. Да что ж такое-то, а? Это... Ну, работа спорилась. Я готов все нахуй. Слушай, привет, брат. Уже почти три ночи. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. И кто же... Живы будем. Пересечемся. Так, балабонь быстрее, что надо? Пошли на сгоревший хутор сбегаем, что ли? Пока ждем. Но все равно неподалеку. Глушитель соединим. И зарядим нормальные патрончики. Нам вообще еще сюда зайти, вот на эту аномалию, рубец. Но мы потом туда сходим. Уже потом. Это самый эффективный шест против мутантов. Я думаю, тут вполне можно, если правильно играть, то и вообще не умирать. Уходи отсюда, мужик. Ёбарсоте.
Я просто хотел проверить, сколько хп снимет. Закатить-то я могу. Сейчас мало снял. Даже не понимаю, в чем дело. А, чем ближе стою, я понял, блядь! Ух. Леточки разные всякие. А что красненькие дают? А, это от этого. Пси-блокада это. Нормально. Майрон. А, Майрон, блин. Нехорошо получилось. Ну ладно, вы что-то новенькое увидели, посмотрели. Надо было фонари включить и нормально стрелять. Просто пока всматривался, чуть не грохнули. Ну ладно. Почему-то эти аптечки как будто бы разные. Ну, уже 3 часа ночи есть, так что пошли. И Волтер мы, наверное, выложим. Потому что с Волтером мы уже нормально побегали. Я понял, что это прикольная штука. Но, честно сказать, как и со всеми пистолетами, смысла бегать с ними, потому что любое другое оружие лучше просто в силу своей скорострельности. Привет, здравствуй, брат. Сталкер! Подойти надо незаметно. Чего же без дробовиков? Нельзя, чтобы она нас хоть как учуяла. Ну, вообще, самый лучший способ, наверное, гранату кинуть. Ну это раненая химера, имеется в виду. На такую я не уверен даже, что. Так, мы на месте. Где-то она совсем близко, блин, прям чувствую. Кто ее увидит, сразу бейте в голову. Близко подходить нельзя. Нюху химеры что надо. Он и во сне на полную работает. Свою получишь. Хорошо, спасибо. Слушаю тебя. О! Почему, в смысле, не все прошло гладко? А, пошли.
Скадовск. Здравствуй. Ну-ка, что у нас по стати, по статам будет? Выше темп огня, остальное ниже. Ну, посмотрим. Стоп! Давай лучше на максимум, а там поглядим. Срать охота, сил нет. Ну чё, удобности и отдачи. Мать, короче, присылает пацану на кичу маля. Типа, сынок, ты как на крытую пошел, по хозяйству жопа. Темп огня или точность? Надо огород прикопать, картошку посадить. Сама нифига. Я думаю, точность будет поважнее считать. Отдача или удобность? С удобностью у него не очень. А то такое выкопаешь, что не только мне срок накинут, а и тебя на крытую отправят. Матушка такая через неделю пишет: фига себе, родной, после твоего письма менты набежали, весь огород перекопали, только не нашли ни хрена. Злые такие были, маты до неба кнули. А пацан ей так отвечает: ну типа, мать, чем смог, тем помог. Давайте эту штуку улучшим просто. Так, мы заберем бинты отсюда, потому что сюда их все равно будут закидывать, и мы на Янове их продадим. Нельзя столько ничего не топтать. И как я сюда полез? Скачковал бы себе по-старому на районе. Так, гашение удара. Что тут вообще есть у него? Энергозащита. Электрозащита, которой здесь вообще нету. Или термозащита. Проверим, чисто помнят руки лабуха или не помнят? Даже электрозащита чуть-чуть выше. Бесполезная еще та вещь, ну броня прикольная, ну такое. Патроны продам. Ну ладно, друзья, двинули. Двинули, короче. Ну, привет. Сколько стоит переход? 1000 со скидкой за карты. Ну пошли. А, и сейчас мне скажут, что надо с заказом идти. И поэтому я, наверное, вернусь и заберу заказ и пойду сюда снова. Ну, конечно, немножко потратим денег, но будем считать, что мы даем игре небольшую фору. То есть за информацию не пришлось платить. Какой-то кипиш. Все, пришли. Это станция Янов. Единственное безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя и оставляю. Буду нужен, ищи возле бара. Хорошо, спасибо. Так ты здесь впервой? Хм. Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь, отремонтирую. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. Спасибо. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на Долговской половине. Ух, на нашей. Так, что у нас особое, с особым заказом? Ждать доставки. Ай-яй-яй.
Так и быть. Кинули парня. Расскажу, как надо контролёрам валить. Нахоботил я-то недавно кучку артефактов. Ну и решил их скинуть, позвонки расслабить. На обратном пути подхожу к нычке. А там... А вот про эту историю ёшкин кот! Контролёр тусит! И сваливать не собирается. Вот морока на ровном месте. Контролёр не контролёр, а хабар-то забрать надо. И сразу как-то прозреваю. Если, думаю, закроюсь какой-нибудь железной байдой, на все эти его понты мне станет насрать. Ну и значит, что делаю? Беру решетку металлическую, что рядом валялась, и ей так, значит, закрываясь, потихоньку бреду. И вот пока у меня выпас, пока пробовал за мозги взять, пока кумекал, что ж это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел и полобой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил, он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил. Ясно. Подходи. Пиздобол. Я все, что у него есть, знаю, как достать дешевле. А больше там ничего интересного нет. Справедливо, 5500, да? Ребята, однако. Я так не играю. Ты заглядывай, тут весело бывает. Здравствуй, сталкер. Но пока долго в цапарыне. Я понял. Кому же отдать-то, блин, а? Ну, этого, наверное, надо Моргану отдать. Ну, пока Морган, наверное, лучше отдать долговцам. Я не хочу тут всех ссорить, напрягать. Что скажешь, брат? А где зверобой? Ну, вы как... Странная аптечка, я ее продам. А вот препаратики я тебе все изброшу. Ну, может, потом я за них будем больше смог выручить, но ничего страшного. Пси-блокада может понадобиться потом. Одну возьму. Бинтики. Давай вот так вот. Бинтики продадим. Зверобой. Пойти надо набрать квестов. Здоров. Мы с Гонту убили химеру на затоне. Я на затоне уничтожил логово кровососов полностью. Так, почему ты сам не охотишься? Реакция уже не та. Вот лис из-за этого погиб. Он мне напарник был, друг. Таких зверей вместе били. А теперь из-за того нарвались на двух химер, их уже полгода в зоне не видели. Одна лиса с ног сбила, даже дробовик с плеча сорвать не успел. Вторую подранил, они сбежали, чтобы пусто было. Ты не пытался выследить химер? Ну, с одной ты разобрался, это была та раненая. А та другая, которая лиса убила, потерял я ее след. Как в воду канула. Эх, лис, не та уже реакция, не та. Есть какая-нибудь работа? Болотных кровососов. Давай о бюррах расскажи. Бюр использует на ней гравитацию. Будешь близко, он тебя отбросит. Покажешься издали, бросишь тебя что-нибудь потяжелее. Тактика с ним такая. Бей средней станции, главное на месте, лишние секунды не стой. Только силы при этом береги, с оглядкой расходы. Бюр может и оружие из рук вырвать своей гравитацией. Умеет он это дело, особенно если охотник подослаб. Полтергейстах.
Одни гравитации, другие стараются поджарить. Кто неопыт, начинает груди наматывать. А вот это как раз не надо. Если у полтергейста одна особенность, даже слепой, но глухой. Не видит, не слышит, он чувствует все, что движется в его поле. Опытный охотник с полтергейстом работает так. Замер на время, выстрелил и опять замер. Окей, кстати, я этого не знал, интересно. Псевдогиганты. Живучий он. Самое... За это пробую дробью упор. Окей, контролеры. Почаще использую укрытие. Пробуй гранаты. Да, вот по химерам, в общем, беда, судя по всему, потому что он ничего не сказал особенно про них. Эх, и Васикова, что ли? Да с умником, с хорошеньким, мясистым облаком. Марша, точность максимальная, нифига себе. И кайфоломщики тупые. Хороший денек, сталкер. Я дядька Яр. Устал с дороги, небось? На, подкрепись немного. А то откуда же взяться богатырской силе без регулярных тайслушений? Ну, кстати, подошел, уже пара крепких рук. Там клейма для здоровья полезна. Давай, ну явно дед меня разводит. Долговцы, бандюки, зверье тупое. Ну, давай. Пройтись вдвоем до Копачи, а там все сам увидишь. Ну, нормально, да. Друзья долговцы, а что их дергать по пустякам? Ну, пошли. Ну, пошли с дядькой Яром сходим, что у нас там будет. Мы еще и скоро не стреляли, кстати, я вспомнил. Пистолет такой тоже есть. Тихое местечко, если к местному населению с расспросами не лезть. Ну да, это точно, ты про местное население сказал. Что-то все равно, вроде ни хрена нет, все равно 30 килограмм. Спокойно тут, как на курорте. Дядь, я что-то не уверен, а ты в этом уверен? Дядьку не слышали, не трогают. Может, эти нам зомби и помогут даже. Стопудово здесь что-то не кирилл какие-то. 100%. Почти пришли. Смотри, дядька, я тебе доверяю, блин, но я, ты уж не подведи. Ну, у тебя снайперка, правда? Это наводит на некоторые размышления. Надо свет пойти мне включить. Ну, пушек в игре, короче, море, пока со всех постреляешь, блин. Пол игры пройдешь. Я вот сюда надо сделать. Вот сейчас и глянем, прав я был или нет. Сколько их? 5. Ну, 5, я думаю, завалим. Ёб твою.
такой позиции, чтобы не получилось. Не знаю, ну неплохой пистолет, но, видимо, на средней, для средней дистанции, не для большой. Как бы понятно, что такой очень момент показатель, не сильно показательный, конечно, для пистолета. Но пистолеты не имеют смысла, блин, да я здесь первым калашом бы этих чуваков бы раскидал. Ну это вообще не сложно. Здорово. Про лабораторию на Припяти, центральную, про срочный заказ. Тут старые кости меня и подвели. Чуть шелохнулся, а хрустнул, как свиноматка яблоко. Мы свою снайперку в зубы и ходу. Только чувство такое паскудное было. Раз лишнего услышал, все равно найдут. Не ошибся. Почему ты не просил помощи у своих? Зачем наемников на свободу отравливать? Была уже одна война, накушались доверху. Тут дело личное. Ни к чему наших вмешивать, сам понимаешь. Будь здоров. Спасибо, сам пойду. Посмотрю, что тут есть. Да, как вы понимаете, лута здесь, ух, ёпта, неплохо. Да хрена. Парило, видимо, да, что тут столько радиации. Нет, я заберу. Давай, наливай. Бухаем на все. С учетом его состояния тоже, хотя она весит немного. Радиация вообще в этой части не сильно дамажит, если хоть как, вроде у меня вывод радиации слабый должен быть, минус 2 всего лишь, ну выводит хорошо так.
надо кору еще у нас себе одну оставить. Проверить. Здорово, здорово. Броню купить надо. Броньку купить. Как можно скорее. Можно даже, наверное, у Шустрого заказать новую, потому что как-то с броней худо. Ну, привет. Что про обитателей бункера? Военный приблудился. Эйнштейн на отдыхе. Ничего себе. Что наемники делают? Про воинскую часть. Окей. О другом, что про станции. Окей. Слушаю тебя. Здоров. Какие тебя привет, брат. Нужны, Гарик? Трючить Летеху в нарды уже надоело, а других развлечений ни сюда не завезли.
что такого в Припяти? Контракт истекает, зато не предложили далее. Держи колобок. Пропуск мне важнее. Колобок у меня все равно еще один есть. Ну что ж, одного военного нашли. Ну, привет. Здравствуйте. Все... Давайте с Озерским. Что здесь делают наемники? Попробую найти адрес, хорошо. Так, попозже подойду. Сейчас надо к Новикову сходить. Привет! Слышь, про какие модификации ты можешь сделать? То есть он может отремонтировать. Не знаю, правда, как по ценам это будет, насколько это выгодно. Ну да, такое, впритык, судя по всему. Скажите мне про бункер. Снаряжение. Свич попросил принести детекторы. Так, теперь я без детекторов, получается. Ну, окей. А, под... Так, что здесь делают наемники? Костюмов. Окей. Вам нужна помощь? Понятно. То есть нужно вначале... Пока. Вами нужно вначале защиту от все излучения повысить. Так, ладно, те препараты я потом могу взять. Пошлите назад на Янов. Так, у меня повисла веб-камера, будет включить. Я не знаю. Записи все нормально?
записываем. Полтора часа. Ладно, друзья, я думаю, что раз у меня повисла камера, то это хороший способ сделать перерыв. Оффскрин. Я вернусь на Янов. Решу все инвентарные вопросы. Вернусь на Скадос, продам все барахло, попробую новую броню себе там заказать или еще что-нибудь. И тогда мы с вами встретимся вновь. После этого нам нужно будет пойти, скорее всего, на цементный завод, взять сразу для азота все его, все возможные запчасти для радиотехники, чтобы он нам мог по хорошей цене ставить модификации. Все, всем спасибо, друзья. Желаю мира вашего дома. Пусть все будет хорошо. Если, ну, блин, к сожалению, я буду выпускать эпизоды очень поздно, поэтому вряд ли вы сможете вести какие-то предложения. Я вот такой вот челлендж изобрел, я понимаю, что иногда мы сдохли из-за того, что мы бегали с пистолетами. Но у нас 3 пистолета осталось, и после этого мы уже к настоящему оружию перейдем с вами. Благо, у нас уже целая куча всего. И гадюку тоже можно будет сбросить в утиль. Благодарю всех за внимание, хорошего дня.